Добрый день. Сегодня первый день мероприятия ProDexpo 2020, и у нас в гостях Виктория. Виктория, расскажите, пожалуйста, более подробно о вашей компании. Добрый вечер. Рада всех приветствовать сегодня здесь. Уникальнейшее событие для российского рынка FMCG, не только. Сегодня первый день, и очень много людей пришли сюда, чтобы познакомиться с тем, что делают российские и зарубежные производители. И, собственно, моя цель сегодня — познакомиться с ними. Так как я представляю брендформанс-агентство, мы запускаем диджитал-трансформацию для того, чтобы о ваших брендах узнал потребитель через каналы YouTube и другие диджитальные вещи, которые достучатся до вас и позволят прийти к вам в магазин и купить именно ваш товар. Что же, расскажите, пожалуйста, удалось ли вам уже с кем-нибудь начать сотрудничество? Об этом говорить немного рано, но по большому счету сегодня мне удалось пообщаться около с 30 маркетологами и генеральными директорами. Я надеюсь, что это выльется в продолжительное сотрудничество, и мы обязательно им в этом поможем. Спасибо, желаем вам удачи. Спасибо вам.